Благодарностью главы Дагестана отмечены свыше 10 тысяч медработников. В канун Дня медицинского работника Владимир Васильев наградил медперсонал, всех, кто внес бесценный вклад в спасение больных коронавирусной инфекцией. Дагестанские медики, не щадя своих сил, месяцами не видя родных и близких, день и ночь сражались за жизни своих земляков. Сражались как на передовой и победили. Коварный вирус отступил благодаря людям в белых халатах, чей высокий профессионализм, мужество и самоотверженность признали и не раз подчеркивали их коллеги из Москвы и других российских регионов.